Привет, друзья! Мы снова вместе. Итак, сегодня я хотел бы вам предоставить практику, которая позволит вам перенестись в любое место нашего земного шара и посканировать, что там, возможно, вы увидите какие-то картины, связанные с этим местом. Ну, это одна из техник по ясновидению, и вы сможете через практику энергодыхания попасть в нужное состояние, из которого можете подсмотреть что-то где-то на другом конце земного шара. У меня так получалось попадать в свой родной город Калининград. Я заходил в технику дыхания, дышал и выставлял место, да, и там определял место, в которое мне нужно попасть. И когда я захожу в состояние окна, я в этом состоянии видел картины, и буквально внутренне погружался и считывал информацию, и, ну, и видел, буквально был в этом месте. Это можно еще приравнять к такому некому внетелесному путешествию. Вообще через техники энергодыхания можно делать очень многие вещи. И не просто так я назвал окно. Есть активная фаза, когда вы дышите активно, либо в ритме 45 дыханий в минуту, либо 100+. И потом уже наступает фаза окна. Итак, у нас сегодня будет практика состоять из двух частей. Первая – это активная фаза. Вы подышите 15 минут вот так. Это все будет записано в звуке. На это будет наложена специальная музыкальная композиция. И потом, когда я скажу «стоп», дышим носом, медленно переходим в фазу окна. И я своим голосом скажу: теперь перенесите свое внимание и состояние в то место, которое вы загадали. Вам нужно загадать место, куда вы хотите попасть. Можете попадать в места, которые вы уже давно знаете, или в которые не знаете, но потом посмотрите это уже где-нибудь на карте, либо видео. Посмотрите, совпали ли ваши образы в практике с реальностью. Просто хотя бы для себя прочувствуйте, как это вообще работает. Вообще мы такие техники делаем на базовом курсе. Ссылку оставлю в описании, можно будет пройти онлайн. Многие уже из вас были на моем сайте, изучали. И те, кто не знает, еще раз посмотрите. В общем, это полноценный курс практически по энергодыханию. А сейчас я вам рекомендую подготовиться. Эта практика делается: сначала нужно сидеть. Сидя, сядьте удобно, выключите все телефоны, обеспечьте себе хороший звук. Это либо колонка какая-нибудь, либо центр, либо наушники, но желательно беспроводные, потому что провод может мешаться, когда будете дышать, будут всякие разные движения и можно задеть провод. Это первое. Второе. Когда я скажу «стоп», дышим носом, релакс, и нужно будет перенестись в нужное место на этой планете, то лучше, конечно же, лечь и расслабиться. Я там поведу голосом, вы его услышите, он будет наложенный на звук, на музыку. Эта фаза будет 15 минут. В течение 15 минут вы просто будете в расслабленном состоянии, в релаксе, и в нем будете как бы разделены со своим телом. Но это так условно сказать, но вы все равно будете в теле. Практика абсолютно безопасная, она для новичков вполне подходит. Потому что я в Ютубе не буду выкладывать достаточно мощные техники энергодыхания. Еще очень частый вопрос мне задают постоянно, в комментариях читаю. Как часто можно делать эти практики? Друзья, я рекомендую делать данные практики энергодыхания минимум один раз в 3 дня. Одну практику. Почему? Потому что должна произойти интеграция состояния. Вот вы подышали, вы попали в измененное состояние сознания, у вас включилась гормональная система, ваш мозг включил иные отделы восприятия, другие отделы, которые не задействуются в этой обычной жизни, в этой обычной реальности. И если вы будете шатать эти состояния каждый день, то после, когда вы прекратите делать эти практики, у вас будет эмоциональная яма. Зачем вам это нужно? То есть это будет в некотором роде откат. От техник дыхания такое вполне возможно, и многие уже даже вижу в комментариях, прошли вот эти вот откаты. Почему? Потому что либо сделали неправильно практику, не попадали в ритм дыхания,
либо делали постоянно и часто, там кто-то делал даже по 3 раза в день. Нельзя эти практики делать часто. Нужна интеграция, интеграция состояния, которое вызвано в практике энергодыхания из тела, из подсознания, из психики в течение минимум 3 дней, минимум, вообще раз в неделю лучше. То есть вы не делаете никаких практик в течение 3 дней после сегодняшней продышки. Поэтому отнеситесь к этому достаточно серьезно. Не нужно баловаться, не нужно просто как-то экспериментировать, что-то еще добавлять или там делать это каждый день. Зачем? Исследуйте эти техники, сделайте это все дело гораздо безопасно и для себя, и для своей психики, и для здоровья. Помните, что техники дыхания – это достаточно сильная техника, сильный инструмент в мире и в разных духовных течениях. Что будь то йога, будь то шаманизм, будь то психология, это холотропные техники дыхания, да, то есть в любом направлении, если вы возьмете, посмотрите, техники дыхания, это достаточно сильный инструмент, серьезный. Поэтому отнеситесь к этому серьезно. И сегодня практика будет для новичков, она простая, но все равно она дает очень такой достаточно серьезный, хороший, ощутимый эффект. В итоге вы просто поймете, как работает техника дыхания, техника энергодыхания, как при помощи нее можно просканировать какое-то место на нашей планете. У меня все. После того, как вы сделаете эту технику, я еще раз выйду сюда в видео в эфир и задам вам еще несколько вопросов. Вы опишите свой опыт в комментариях. Мне будет интересно, как она у вас прошла и на что мне дальше ориентироваться, потому что я хочу дальше еще выкладывать другого рода практики и посмотрим, как у вас зайдет именно эта техника. Желаю успешного полета. Увидимся в конце. Займи удобное положение. Расслабься. Расслабься. Настройся на серьезную работу сегодня. У тебя есть мотивация для практики энергодыхания. Прямо сейчас мы начнем сканирование выбранного места на Земле. Как только возникнут образы, постарайся всматриваться в детали. Дыши через межбровную зону, мысленно проводя поток дыхания через аджна чакру. Следуй за ритмом дыхания. Смотри через закрытые глаза чуть выше горизонта. Во время первой активной фазы, когда будет ритмичное энергодыхание, создай запрос на подсознание. Увидеть нужное тебе место и детали, почувствовать его и ощутить запах. Очень важна твоя мотивирующая сила, которая будет двигать тебя через то сопротивление, с которым ты можешь встретиться в практике. Держи намерение увидеть нужное место. Как только я скажу «стоп», мы перейдем на плавное дыхание носом и снова начнем сканировать это место. Твоя решимость, целеустремленность и желание преодолеть должны быть непоколебимы. Во время второй фазы энергодыхания будет уже проще и легче. А теперь мы начнем дышать глубоко по заданному ритму.
важна твоя движущая сила, которая будет двигать тебя через то сопротивление, с которым ты можешь встретиться в практике. Держи намерение увидеть нужное место. Держи намерение увидеть нужное место. Дыши через межбровную зону, мысленно проводя поток дыхания через аджну чакру.
мысленно проводя поток дыхания через аджну чакру. Дыши через межбровную зону, мысленно проводя поток дыхания через аджну чакру.
дыши через межбровную зону, мысленно проводя поток дыхания через аджна чакру. Стоп. Дышим носом медленно и глубоко. Делай глубокий вдох и выдох. Продолжай дышать очень медленно и глубоко. Исчезаешь ты. Исчезает тело. Исчезает время. Смотри перед собой через закрытые глаза. Вспомни нужное место и смотри в темноту. Сканируй это место. Почувствуй это место. Вглядывайся туда. Наблюдай. И теперь ты оказался на этом месте. Осмотрись внимательно, что там, посмотри, разгляди. Глубокий вдох, глубокий выдох. Смотри на это место. Наблюдай. Глубокий вдох, глубокий выдох. Смотри на это место. Наблюдай. Глубокий вдох, глубокий выдох. Смотри на это место. Наблюдай.
Ну что, друзья, привет снова. Я надеюсь, вам понравилась практика. Если вы находитесь в достаточно расслабленном состоянии, побудьте в нем, поразмышляйте. Я уверен, что у многих из вас получилось попасть либо не в те места, либо не в те состояния. Если у вас вообще ничего не получилось, ничто просканировать, попробуйте повторить эту практику через 3 дня снова в то же самое место, которое вы сегодня хотели попасть. То есть в практике вы попадаете в некую базу данных, получаете некий доступ, и там нету времени, пространства, вы туда переноситесь в нужное место за доли секунды. То есть не отчаивайтесь, вы сможете это повторить. И в какой-то из практик вы точно увидите это место, прочувствуете или увидите это в образе. Те, у кого получилось, опишите, пожалуйста, внизу в комментариях, что у вас было. Для меня это важно, потому что мне нужно понять, какие практики давать дальше, либо мне придется эту технику еще раз перезаписать и усилить ее. Можно сделать, например, 2 фазы. Но те, кто хочет более глубоко изучить техники энергодыхания и познать более профессионально, научиться, я рекомендую пройти свой базовый курс онлайн, неважно где вы, с любой точки мира, вы можете освоить более профессионально эти техники. У меня все, увидимся. Если что, ссылочка в описании. Пока!